Лёш, а ты знал, что у Криштиана Роналда четверо детей? Причем первого ребенка в 2010 году родила ему суррогатная мать. И он встречался с Ириной Шейк 5 лет, и она ему никого не родила. Представляешь? А в 2017 году у него суррогатная мать родила двойню, мальчика и девочку. А в ноябре родила его подружка, тоже девочку, дочку. И он присутствовал на родах. А у Лео Месси в 2018 родился мальчик. У него трое детей, все мальчики. А Зидан имеет четверых детей, и все играют в футбол, уже взрослые дети. Один вратарь, полузащитник, защитник и атакующий полузащитник. Представляешь? А Жерар Пике женат, представляешь, на Шакире. И у них двое мальчишек, и последнего назвали Сашей. Представляешь? Ты знал об этом? Ну вот, и что? А вообще, Черышев, кстати, тренировался в Испании. А Дэвид Бекхэм играл вместе с Зиданом в одном клубе. Вот, и у него тоже четверо детей. Трое мальчишки, одна девочка. А жена тут на Виктории, которая была солисткой Spice Girls. Представляешь?